Ивановская тэквондистка Кристина Лысова завоевала путевку на первенство Европы. На днях в Турции завершился рейтинговый турнир G2, в котором приняли участие более 2000 бойцов. Я очень много занималась, старалась на тренировках, старалась очень пропускать. Вот. Много готовилась. Ожидала я, ну, я не ожидала вообще, что смогу занять третье место и поехать на Европу. Вот. До сих пор не верю. Турнир был очень сильный, высокого уровня. Даже некоторые олимпийские чемпионы, как Шишко, выбыли в четвертом, в третьем бое. Вот. А я смогла продержаться. Именно продержаться. В день отъезда, как назло, Кристина потянула мышцу на уроке физкультуры. Еще больше травмировала ногу во время тренировки. Я помню, как мы тебе с площадки хромую доводили, как мы тебя на площадку приводили, как мы у медика постоянно там были. Было сложно, было больно. Я видел, что ты терпела. Вот за это хочу тебя похвалить. Молодец. Именно умеешь до конца победить, идти, до конца стараться. Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы победить. Чтобы завоевать бронзу, Кристине предстояло провести 4 боя. Она уступила лишь турчанке, чемпионке этого турнира. В ее весовой категории было 6 представительниц России. И все слетели в отборочных. И Дагестан, и Москва, и Краснодарский край. Все. Кроме нее, она смогла добраться до медали. Единственная из России. И что вдвойне приятно, что это именно представитель Иванова. Победа в рейтинговом турнире позволяет спортсмену принять участие в первенстве Европы без отбора в своей стране. Однако Кристина будет выступать и на первенстве России, ведь эта победа откроет для нее дорогу на первенство мира. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.